Нашел там кто-то? Нет. В городе пусто. Даже за деньги ничего не купишь. Если бы не это, я бы вообще не вернулся. Что с нами теперь будет? Там кто-то есть! Смотри, следы! Там точно кто-то есть! Проверь второй замок! Битва за нефть. Из-за нее начались Первая и Вторая мировые войны. За это нещадно рубится голову. Из-за нее начнется и третья. Войны, которые сегодня в Ираке и в Ливии. Правда ли, что всей нефти на планете осталось на 20 лет? И мы действительно можем свалиться в новые темные века. Как вышло, что нефть стала дороже денег? Баррель нефти уже давно стал эквивалентом стоимости всего и вся. А простая питьевая вода дороже нефти. Мы засунули голову в петлю и качаемся на табуреточке. Почему, покупая бензин, каждый житель России спонсирует американскую администрацию? Операции все идут в долларах. Кто управляет нефтью? И как нефть управляет людьми? Уже нефть – это форма жизни. Сенсационные признания богатейших нефтяников России. Еще раз повторяю, это благо наше. Эксклюзивное интервью одного из самых знаменитых миллиардеров мира. От нефти надо отказываться, от нее только беды. Почему арабские шейхи, сколотившие на нефти миллиардные состояния, верят, что она от дьявола и называют ее слезами сатаны? Времена тупых шейхов, которые сидели на мешках с золота или баллонах с нефтью, прошли. И как это связано с предсказанием Ванги, которая утверждала, что именно нефть погубит человечество? Мы приехали к бабе Ванге, она говорит: о, вижу много труб. Что будет делать человечество, когда черное золото закончится? Спасет ли нас спутник Сатурна Титан, который весь состоит из нефти? И зачем нужна космическая экспедиция за 15 миллиардов километров от Земли? Только из нашей программы вы узнаете всю правду о нефтяном бизнесе. Заговоры, ложь и насилие, которые вы оплачиваете из своего кармана. Кто посадил мир на нефтяную иглу? Правда, которую скрывали сотню лет. Смотрите прямо сейчас. Вы когда-нибудь задумывались о том, из чего состоит современный мир? Вы удивитесь, когда узнаете, что современный мир состоит из нефти. Куртки и плащи, которые мы носим, синтетические костюмы, асфальтовые дороги и стройматериалы, полиэтиленовые пакеты, вся на свете резина и пластмассовые игрушки наших детей, все мази и кремы, йогурты и колбасы, автомобили, корпус модного телефона, да, собственно, и его электронная начинка. Все, из чего состоит современный мир, так или иначе, создано из нефти. Баррель нефти уже давно стал эквивалентом стоимости всего и вся. Все, чем мы располагаем, все, чем мы пользуемся, вот это все завязано именно на нефтяные источники. Представим, что день, когда во всем мире закончилась нефть, настал сегодня. Во
один момент в бесполезную груду железа превращаются все автомобили мира. Все перевозки на земном шаре встают, в магазины больше не завозят продукты, люди в один миг сметают с полок пищу. Буханка хлеба космически вырастает в цене, города охватывает паника. Люди начинают драться за еду, сильные и вооруженные мародерствуют. Нашел там кто-то? В городе пусто. Даже за деньги ничего не купишь. И мы действительно можем свалиться в новые темные века. Помимо своей воли, это произойдет чуть ли не само по себе и будет очень страшным процессом. Питьевая вода в городе становится на вес золота. Чтобы качать ее из скважин, тоже нужен бензин. Комбайны больше не убирают хлеб. Встают все заводы. Деньги обесцениваются, ведь точка отсчета биржевых индексов цена за баррель нефти исчезла. Правительства всех стран мира объявляют чрезвычайное положение. Страны изолированы друг от друга. Самолеты больше не летают. Дороги заставлены бесполезными теперь бензиновыми автомобилями. Жители городов готовы отдать свои состояния, чтобы купить лошадей и уехать на юг. Но купить их становится невозможно. Фермерские хозяйства вынуждены пустить под нож все поголовье. Вполне возможно, что это лишь эпизод в человеческой истории, и уже в следующем веке жизнь людей будет выглядеть совсем по-другому, не так, как сейчас. Миллионы людей из северных регионов пешком идут на юг, где можно пережить зиму. Власти южных стран не в состоянии справиться с потоком иммигрантов и закрывают свои границы. Сотни миллионов беженцев гибнут от голода и холода. Первую и самую страшную зиму человечеству придется пережить без электричества, магазинов, медицинской помощи и средств гигиены. Мы засунули голову в петлю и качаемся на табуреточке. До тех пор, пока мы не задохнемся, мы не начнем предпринимать никаких действий. Утопия? Бредовые фантазии? Нет. Этот телевизионный проект создан для того, чтобы доказать. Описанная ситуация может произойти в любой момент. 7 миллиардов человек населения Земли в любую минуту могут вернуться в Средневековье. В настоящий момент, скажем, ее предназначение очень сильно переоценено. И переоценено в основном как раз нефтедобытчиками для того, чтобы поддерживать ее значимость в этом мире. Кто посадил весь мир на нефтяную иглу? Почему всего за одно столетие нефть внедрилась во все сферы нашего быта, в том числе и туда, где без нее легко можно было бы обойтись? Это французский журналист-расследователь Тьерри Мейсон. 20 лет он изучает нефтяные корпорации и истории успеха богатейших магнатов мира. Он говорит, что абсолютно убежден, нефтяная зависимость человечества сфабрикована искусственно. Это глобальный заговор, придуманный для того, чтобы однажды обрушить цивилизацию. Люди, которые за это взялись, очень точно все просчитали. Они получили универсальный инструмент управления. Никаким долларом или евро обрушить мир на самом деле невозможно. Но отключив нефть, это сделать проще простого. Действительно, с нефтью как таковой связаны многочисленные странности, к которым мы настолько привыкли, что почти перестали считать их таковыми. Например, это график добычи нефти во всем мире за последние 50 лет. Обратите внимание, добыча выросла с 1 миллиарда тонн в год почти до 4. А вот неофициальный график потребления нефти странами ОПЕК. Казалось бы, потребление тоже должно расти, а нет. Все с точностью да наоборот. И самое интересное, ныне 2012 год, а с 2009 года в доступных источниках нет данных по потреблению нефти в мире. Эти данные скрыты. Это может только означать, что говорить вслух о его снижении невыгодно. Посмотрите, население Земли потребляет нефти почти в 2 раза меньше, чем добывает. Куда девается разница в 2 миллиарда баррелей? Куда исчезает черное золото? В этом-то и секрет. Они просто выливают нефть на землю. Столько нефти, сколько сейчас выкачивается на самом деле, людям не нужно. И им необходимо постоянно наращивать обороты и запугивать людей. Еще больше нефти, еще больше. Кто эти «они», на которых постоянно ссылается журналист? Изобретатели, которые, предсказывая переходы на иные источники энергопитания, энергопотребления, они почему-то исчезают, они умирают. К
каким-то образом. Анисет Габриэль Качёфа 17 лет преподает в Институте нефти и газа имени Губкина науку, как находить нефть. И с каждым годом он разуверяется в традиционном мнении, что нефть – это органический перегной. Открытие крупных месторождений на больших глубинах, на очень больших глубинах, где невероятно себе представь, что там когда-то была жизнь, опять дает нам возможность сомневаться в чем-то. Инженер и писатель Василий Головачев уверен, мы слишком мало знаем о том, что такое нефть на самом деле. Ученые до сих пор не имеют точного ответа на этот вопрос. Никто не знает, что такое нефть. Никто не знает, откуда она берется. До человеческой на Земле была иная цивилизация, и не одна. Возможно, они тоже хотели нефтью питаться, так сказать, то есть качали ее непомерными темпами, а Земле это не нравится. Ведь это как кровь для планеты, по сути дела. Исследователь древности, кандидат биологических наук Владимир Шемшук согласен с коллегой. Вопреки устоявшемуся мнению, он убежден. Нефть была известна нашим предкам, жившим на Земле миллионы лет назад, и принесла гибель всем цивилизациям, начавшим ее разработку. Существовали подземные города, но в результате апокалипсиса погибли люди там. И вот в результате гибели людей, значит, образовалась нефть. Это одна из шумерских табличек, хранящихся в коллекции Шмалианского музея в Оксфорде. Ее нашли на раскопках в Ираке. Табличка датируется 3400 годом до нашей эры. Примитивная письменность – это еще только переход к знаменитому клинописьму. Смотрите, это женщины и дети. Рядом стоит значок солнца. Шумеры так обозначали счастье и процветание. Это рука и кирпич, видимо, имеется в виду строительство. Рядом вот такой знак. Он означает безопасность. А это что за знак? Закрашенный изнутри овал, а рядом значок смерти и разрушения. Ученые предполагают, что так древние шумеры обозначали нефть. Почему древнейшая цивилизация шумеров считала, что нефть несет людям беду? Интересно, что когда в странах Персидского залива нашли нефть, большая часть эмиров, бедной тогда еще Саудовской Аравии, высказалась категорически против добычи черного золота. Несмотря на то, что нефтяной бизнес сулил им миллиарды. Нефть от сатаны. Такое поверье с незапамятных времен бытует на Востоке. До сих пор арабы называют нефть слезами дьявола. Нефть, как мы знаем, она имеет свойство вспыхивать, даже непроизвольно вспыхивать. И, естественно, люди в той или иной мере боялись этого. Смотрите далее. Что скрывают от нас самые богатые люди мира? Это такая нефтегазовая игла, нефтегазовое проклятие, на котором мы сидели и будем сидеть. Что такое нефтедоллары и почему мы платим американской экономике за свой собственный бензин? Нефтяные компании получают, скажем, сверхприбыль за счет увеличения продажной цены нефти. Идеологи и исполнители нефтяного заговора. Ложь и насилие, которые вы оплачиваете из собственного кармана. Если человек к чему-то стремится, к добыванию чего-то, то с этим чем-то связаны всегда какие-нибудь ужасы. И сенсационное заявление ученых. Нефть живая. Нефть сама есть порождение жизни. Смотрите сразу после рекламы специальный проект на РЕН-ТВ «Битва за нефть». Битва за нефть. Я не думал, что когда-то вот займусь плотно нефтяным бизнесом и что куплю заправки. Кирсан Илюмжинов, президент Российской шахматной федерации, первый президент Республики Калмыкия, а ныне крупный бизнесмен, не раз встречался с бабой Вангой, и эти встречи перевернули всю его жизнь. Ванга, буквально читая мысли Илюмжинова, предрекла ему карьеру крупного нефтяника и показала, где есть нефть. Она взяла в руки карандаш, вот водила по карте, потом вот так вот стукнула, и так вот жирно так кружочек так обвела, говорит, вот здесь вижу много труб. А, говорит, трубы вот так вот идут по земле вверх. Действительно, крупные нефтегазовые месторождения в Северном Прикаспии были обнаружены именно там, где указала Ванга.
Через 12 лет в поселке Артезиан развернули строительство большого нефтегазового комплекса. Но это было еще не все. Так получилось, и город Петрич, где жила баба Ванга, вокруг там вот заправки как раз болгарской компании «Петрол Холдинг». Думаю, что действительно пророчество сбывается, и как бы судьба меня не водила, неожиданно так сам начал заниматься вот нефтяным бизнесом. Сегодня Илюмжинов – долларовый миллиардер. При вопросе о точном размере его состояния бизнесмен загадочно улыбается. Такие вещи не говорят вслух. Золотые часы известной швейцарской марки, кабинет, отделанный по последней моде, гувернантки, охранники, яхты, виллы, дома за рубежом и частный самолет. Атрибуты, без которых редкий топ-менеджер нефтяной компании может обойтись. Среднестатистический миллиардер имеет обязательно пару островов где-нибудь в Средиземном море, где он выстроил себе красивую и труднодоступную крепость, на которую можно добраться только или вертолетом, там всегда есть вертолетные площадки, на яхте на какой-нибудь. Гламурная писательница Лена Ленина и сама чуть не стала нефтяником. Даже окончила институт. Но работать по специальности не стала. Говорит, в этот бизнес не пускают новичков. Все поделено в 90-х. И теперь магнаты нефтяного бизнеса в регионах считают себя чуть ли не феодалами. Очень важную роль играют крупные нефтяные миллиардеры сегодня, потому что они реально в целых районах, в целых регионах являются там богами и маленькими царьками. Это эксклюзивное интервью для нашей программы дал председатель совета директоров компании «Лукойл» Валерий Грайфер. Он согласился откровенно рассказать обо всем, что сегодня происходит с нефтью в России и мире. Американцы, как люди, которые считают, что многие живут неправильно, надо подправить это дело, вот подправляют. Им надо, чтобы Ближний Восток еще много-много десятилетий обеспечивал Америку нефтью. Валерий Исаакович считает, что люди забыли об истинном предназначении нефти. В наши дни она превратилась в инструмент политического шантажа, стала причиной войн и заговоров во всем мире. В то время как относиться к нефти нужно совершенно иначе. Как женщина, если ты за ней ухаживаешь хорошо и нефть эту добываешь грамотно, так, то она проявит тебе и ласку, и внимание, как женщина. Но эта женщина стоит слишком дорого, хотя нефть – самый распространенный элемент на Земле. Как так получилось? Смотрите, в августе 2012 года баррель нефти стоил в среднем 113 долларов за литр. Посчитаем, откуда берется эта сумма на примере одной условной среднестатистической скважины. Расходы на то, чтобы пробурить скважину, необходимую для извлечения одного барреля нефти – 2 доллара. Стоимость и амортизация нефтедобывающего оборудования – 10 долларов. Расходы на оплату труда рабочих, необходимого для добычи одного барреля нефти – 5 долларов. Перевозка – еще 4 доллара. Итого – 21 доллар. Откуда взялись остальные 90 долларов накрутки? Ну, смотрите, если вы продаете нефть за 115 долларов за баррель, а не то, чтобы добыть эту нефть, вы тратите от 9 до 30 долларов за баррель, то разница – это сверхприбыль. И в отличие от других бизнесов с подобного рода сверхприбылью, наркотики, торговля людьми, незаконная торговля оружием и так далее, эта прибыль абсолютно законная. Это самый богатый нефтяник в мире Мукеш Амбани из Индии. Он на 9-м месте самых богатых людей мира последнего списка Forbes. Его капитал – 29 миллиардов долларов. Самые богатые нефтяники мира – семьи Рокфеллеров и Ротшильдов, но они сознательно в тени. Никто не может сказать сегодня точный размер их капитала. Российские нефтяники также есть в списке Forbes. Вагит Алекперов. Его состояние 13,5 миллиардов долларов. Михаил Фридман 13 миллиардов долларов. И Виктор Виксельберг
состояние которого 12 миллиардов долларов. Нефть стала во многом виртуальным товаром. То есть помимо непосредственной нефти, финансовые институты, банки, хедж-фанды, частные инвесторы стали торговать нефтяными финансовыми инструментами, опционами, фьючерсами. Вот простая схема того, как себестоимость в 22 доллара превращается в рыночную цену – в 113. Танкер, на борту которого 300 тысяч тонн нефти, отправляется из порта Саудовской Аравии в США. Он будет в пути около 2 недель. Пока он идет из порта в порт, биржевые брокеры торгуют виртуальными фишками под названием фьючерс. Каждый фьючерс – это некоторое количество баррелей нефти. За время, пока идет корабль, баррель могут купить и продать несколько раз. Но саму нефть нельзя ни пощупать, ни увидеть. Ее даже нельзя отгрузить с танкера. Парадокс, но реальная стоимость нефти к ее рыночной цене не имеет никакого отношения. Продается и покупается сам факт ее доставки из порта в порт. Абсурд. Но именно благодаря этой схеме нефтедоллар стал мировой валютой. Они экспортируют нефть не в Соединенные Штаты. Кувейт, в Китай в основном. Саудовская Аравия в Европу экспортирует. Экспортируют на Дальний Восток. Операции все идут в долларах. Эти доллары стекают сюда, потому что печатает доллары Соединенные Штаты Америки. Это равно печатанию доллара. Парадокс современности. В США природной нефти меньше всего, но прибыль от всех нефтедолларов в мире идет именно американцам. Вот они напечатали доллары, а потом, скажем, та же самая Япония, да, она платит долларами Кувейту, но она платит доллары, а доллары откуда она берет? Она покупает доллары у Соединенных Штатов Америки. Так же, как и мы покупаем доллар. Простой пример. Когда вы заправляете свою машину 92-м бензином на 500 рублей, вы платите 27,5 рублей за литр. Из этой суммы примерно 10,50 вы отдаете нашим нефтедобытчикам, а 17 рублей, большую часть, отправляете в американский бюджет. Надо говорить вещи, называть своими именами. Огромное нефтяное лобби, которое сидит на этом деле. Ему выгодно торговать сырьем. А нефтяное лобби, оно ведь международное. США – самый крупный потребитель нефти в мире. Туда уходит треть всей мировой добычи. И там печатают доллары, за которые продается нефть. Более того, крупнейшие поставщики нефти эти доллары еще и добровольно возвращают в американскую экономику. Так, например, Российская Федерация хранит в облигациях США примерно 1/4 стабилизационного фонда, заработанного как раз на продаже нефти. Это примерно 90 миллиардов долларов. Страны, которые не согласны с такими правилами игры, вылетают из обоймы. Нефть – это большие деньги. А если это большие деньги, это значит узкий круг. Посмотрите, вы не удивляете, эти войны, которые сегодня в Ираке, и в Ливии, и та Северной Африке, Нигерии и так далее, это же не просто так. Вся экономика земного шара зависит от сырья, количество которого в недрах Земли стремительно сокращается. Катастрофа может произойти в любой момент. Развитые страны почувствовали угрозу того, что миру дешевой нефти приходит конец, и надо закрепиться на этих форпостах побыстрее, посильнее и понадежнее. Мы сидим на нефтяной игле. Мы зависим от искусственно построенной экономической модели. Мы ходим по лезвию на грани конца света. Это сделано нарочно. Подробности о глобальном заговоре против человечества прямо сейчас. Целитель Александр Любимов убежден в лечебной силе нефти. Не только сырой, но и переработанной. Своих пациентов он лечит керосином. Очищенный керосин, он более приемлем для изготовления компрессов различных на основе мазей.
Алена Алексеевна Горбунова пришла на прием к целителю Александру Любимову с жалобой. Вот уже 20 лет она не может вылечить ревмокардит. Очень ужасная ломота в суставах идет. Вплоть до того, что невозможно не встать с кровати, да, не пройти на кухню. Целитель Александр Любимов объясняет. Перед компрессами сначала надо обязательно сделать массаж. Можно глазки прикрыть. Полное расслабление. Этот компресс надо будет подержать на больном месте как минимум час. Вылечить с помощью керосина можно десятки болезней. С помощью компрессов лечится и радикулиты, болезни сустава, спинной, позвоночный отдел, поясничный отдел. Если мы делаем компрессы на ступню, ступня как таковой, как индикатор, является всего организма. Доктор предупреждает, неочищенный керосин использовать для такого компресса нельзя. Кроме ожога ничего не выйдет. Лечебный раствор целитель готовит по уникальному рецепту. Но какие именно масла он подмешивает к керосину – коммерческая тайна. Нужно соблюдать строгую дозировку, подбор как индивидуально каждому человеку. Это пробы на кожном покрове, мягких тканях делается. Видимо, мой организм все-таки... Ему не хватало тех компонентов, которые содержатся в керосине, и которые отсутствовали в той терапии, которую я проходила раньше. А это лечебный комплекс в Азербайджане, где лечатся нафталановой нефтью. Люди принимают ванны из нефти. Это называется бальнеотерапией. Считается, что нефть лечит кожные заболевания, восстанавливает подвижность опорно-двигательного аппарата и нормализует нервную и гормональную систему. В надежде на выздоровление сюда едут больные со всего земного шара. Саида Касумова очень сильно болела. Диагноз – остеоартроз левого плечевого сустава, грыжа позвоночника. Боль во всем теле была невыносимой. Поговорили с сыном, он говорит, мама, нафталан, говорит, такой гостиный курорт открыли. Говорит, езжай, может быть, тебе поможет. Вот я приняла уже 4 сеанса, у меня рука назад не двигалась. А вот уже вчера я заметила, что она уже у меня... Двигается уже назад, идет она мне, наверх идет назад. Вот какие-то уже есть эти пользы уже от нафталана. Именно здесь находится единственный в мире музей костылей. Его открыли после того, как вылечившиеся пациенты начали оставлять их здесь с автографами. Нафталан устраняет воспалительные процессы у больных, уменьшает болевые синдромы. Выглядит все это довольно странно, но именно так лечились наши предки всего 100 лет назад. Нефть добывали только в небольших количествах и использовали в медицине. Ее разливали по баночкам и продавали в аптеках в качестве лекарства от расстройства желудка. Более того, об ином предназначении нефти никто не догадывался. В начале 20 века перед человечеством стояла огромная проблема. Что надо будет делать с навозом в конце 20 века? Потому что будет очень много лошадей, огромное количество. И куда девать весь навоз? Тогда о нефти вообще никто не говорил, а все занимались лошадьми. Эксперты нефтяного рынка знают, что правила на нем задают США. А если быть еще точнее, всего 6 американских транснациональных корпораций. И все они произошли от одной матери-прародительницы, нефтяной компании «Стандарт Ойл», детище Джона Рокфеллера. Удивительно, но это семейство уже 200 лет решает, как жить всему миру. Нынешний глава дома Рокфеллеров, 95-летний Дэвид, в конце 90-х с трибуны Организации Объединенных Наций заявил о том, что людей на планете слишком много, и они слишком сильно загрязняют Землю. Так что теперь все страны, по-видимому, кроме США, должны подумать о том, как сократить численность населения. Население земного шара к 2020 году увеличится до 8 миллиардов. Негативное влияние роста населения на экосистему планеты становится очевидным. Растущая эксплуатация мировых запасов нефти и воды является предметом глубокого беспокойства. Кто этот человек? И почему он указывает всему миру, что нужно делать? Держи. Отец, здесь всего 30 центов. На эти деньги ничего не купишь, отец. Как договаривались, 15 центов за час колки дров.
Запомни, чтобы стать богатым, нужно много работать. Чтобы стать богатым, надо придумать что-то новое. Надоела твоя лесопилка. Я хочу уехать в город и заняться нефтью. Нефтью? Ой, ею лечат геморрой и гниющие копыта лошадей. Оригинальный способ разбогатеть. Ты не читаешь новости, отец. Химик Сэмюэль Эндрюс получил из нефти керосин. Вместо масляных ламп теперь будут керосиновые. Весь мир скоро будет зависеть от нефти. Хватит умничать. Давай кали дрова. И запомни, нет в мире бизнеса надежнее, чем моя лесопилка. Разве ты не понимаешь? Ты просто дремучий лесоруб! Щенок, как ты смеешь хамить отцу? Вали отсюда. Прогоришь со своим керосином? Нищий ко мне не приползай клянчить деньги. Ты приползешь ко мне, когда я разбогатею и куплю твою лесопилку, понял? В конце 19 века сын лесоруба и мелкого торговца Джон Дэвис Рокфеллер планировал производить топливо для новомодных в те времена керосиновых ламп. Таков был его первоначальный бизнес-план. Рокфеллер же каким-то образом понял, что будущее за нефтяной экономикой. Это была не еще экономика угля в основном. А человек понял, что будущее все-таки за углеводород. К своей цели молодой предприниматель двигался весьма решительно. Кольт и пара головорезов за спиной были весомыми аргументами в переговорах с продавцами нефтеносных участков земли. Рокфеллер, и это не секрет, и семья никогда от этого не отказывалась, он занимался рэкетом нефтяных скважин в Техасе. И в результате этого рэкета все нефтяные скважины вот греб под себя. В начале 20 века Томас Эдисон и Генри Форд и не собирались связываться с двигателем внутреннего сгорания. Они хотели наладить массовый выпуск электромобилей, заряжающихся от домашних электросетей. Но после знакомства с Рокфеллером резко поменяли планы. Количество бензиновых автомобилей и количество электромобилей было одинаковым. Проблема была в том, что Америка в то время еще не была электрифицирована. И как только появились машины, которые способны выехать из города и проехать сколь-нибудь значительное расстояние, выяснилось, что на электрической тяге проехать невозможно, розеток нет в лесу. Благодаря бензиновому двигателю молодой Рокфеллер, по сути, получил в свои руки весь мир. К 1880 году он уже владел 95% всей нефтедобычи Америки. Доход – 3 миллиона долларов ежегодно. 16 железнодорожных и 6 сталелитейных компаний, 9 фирм недвижимости, 6 пароходств и 9 банков. Имя Рокфеллера становится символом богатства. Он создал в Америке абсолютную монополию. Эту историю успеха знают многие. Талантливый, смелый паренек из Ричмонда, сын простых родителей, покорил весь мир. Но так ли все просто на самом деле? Достаточно ли Кольта и пары головорезов, чтобы стать самым влиятельным человеком мира? Кто встал за спиной Джона Рокфеллера и почему выбрали именно его? Сами Соединенные Штаты планировались как идеальное масонское государство. И, безусловно, они концентрировали очень умных людей. И они вполне могли, как умные люди, в общем-то, подать, натолкнуть его на эту мысль. Мало кто знает, что первые серьезные успехи в бизнесе у Джона Рокфеллера начались после того, как он стал членом великой масонской ложи Англии – Овла. Эта организация по своему уставу принадлежала к мистическому ордену иллюминатов, хранителей древних знаний о мире. Существует версия, что именно иллюминаты передали Рокфеллеру тайные знания о том, что такое нефть на самом деле. Вообще во всем мире финансовом, настоящем финансовом мире, а не тот, который в журнале Forbes, все делится на четкие сектора. То есть Дюпоны – это сталь, Оппенгеймеры – это алмаз, золото, Рокфеллер – это нефть. Еще один малоизвестный факт. Именно при финансовой поддержке Джона Рокфеллера было создано ЦРУ. Один из его внуков станет вице-президентом США, а семейный клан следующие 100 лет будет управлять мировой экономикой.
Невиданный размах для семьи провинциального лесоруба. Наш современник Дэвид Рокфеллер, внук первого Рокфеллера и один из основателей Билдербергского клуба. Эту организацию пресса называет тайным мировым правительством. По слухам, именно на собраниях клуба определяются цены на нефть и золото. Назначаются президенты, объявляются войны. В клуб входят представители 300 самых богатых кланов Земли. Председательствует по традиции член семьи Рокфеллеров. В 2012 году французский журналист Тьерри Мейсан опубликовал список действующих членов тайного клуба и написал подробную статью о его деятельности. После этой публикации за Мейсаном началась настоящая охота спецслужб. Я вынужден был уехать из своей страны, потому что я опасался, что меня объявят коллаборационистом. Саркози проводил операцию, чтобы меня арестовать, отловить в Ливане. У него была ко мне личная месть. Смотрите далее. Впервые на телевидении поименный список людей, входящих в состав мирового правительства. Чем больше применения мы находим нефти, тем больше потоки денег оседают в карманах этих руководителей. В чем состоит план влиятельных транснациональных корпораций? Барак Обама, он гораздо менее про нефтяную политику проводят. Они сделали зависимым от нефти весь мир. Что они сделают дальше? Придут ребята с кольтами, и он пожалеет, что он вообще родился на этот свет. Смотрите сразу после рекламы. Битва за нефть. Как вы думаете, как проще всего прогнозировать колебания курсов? Правильно, когда ты сам их устраиваешь. Сформированное первым миллиардером мира Джоном Рокфеллером мировое правительство состояло из нефтяных магнатов всех стран. Билдербергский клуб впервые открыто собрался 23 мая 1954 года во французском отеле «Билдерберг», отсюда и название. На совещание были приглашены богатейшие люди мира. Американская элита, да, она действительно за ее спиной стоит закрытая сеть. Государство не отвечает за повседневное функционирование, а закрытая сеть, это как наследница масонства, за изменения, за управление будущим. Члены клуба решают вопросы, какие войны начинать, каких лидеров устранять, поднимать или опускать цены на нефть. США и Англия поделили Ближний Восток между собой еще в 40-х годах, когда шла Вторая мировая война. Интересно, что до сих пор в клубе председательствует внук того самого Рокфеллера. А рядом с ним, за круглым столом, сидят дети тех самых Ротшильдов и Морганов. Представители 300 богатейших кланов мира. Начиная с 1954 года, эта группа людей ставит огромный спектакль, в котором участвуют все жители планеты. Политика США определяется в очень большой степени нефтяными компаниями. Они поддерживают всех кандидатов США, и у Барака Обамы, и там у Ромни, и раньше там у Буша, и у Гора. У каждого были в избирательных фондах крупные пожертвования нефтяников. Говорят, что на собраниях Билдербергского клуба избирают будущих президентов США и премьер-министров Великобритании, чтобы те могли с трибуны озвучивать их важные решения уже официально для всего мира. Ведь именно в этих двух странах находятся две самые большие нефтяные компании в мире – Рокфеллеров и Ротшильдов. Пошли вы все. Прежде. Я снял номер на неделю в лучшем 5-звездочном отеле города, чтобы спокойно отметить свое 40-летие. Сэр, здесь шампанское икра, которое вы заказывали на утро. А, черт. Это шампанское мне сейчас явно не помешает. Кто вы такие? О, вы что себе позволяете? Вы знаете, кто я? Я Джордж Буш! Мой отец начальник ЦРУ. Вы представляете, что с вами будет завтра? Что здесь происходит? Парни! Джордж, простите моих подчиненных за это свинское обращение. Они просто выполняют приказы. Будете? Нет, спасибо, не курю. Вот это здорово.
В клинике вас избавят от остальных вредных привычек. Ваш отец очень беспокоится о вас, Джордж. И... Я никуда не поеду! Да, разумеется. Насильно вас никто не повезет. В этом я вас лично могу заверить. Не в наших правилах нарушать обещания. Не волнуйтесь. Грузите его, парни. Отец, скотина! Отпустите! Ты ему еще скажешь спасибо, когда станешь президентом США. Джордж Буш никогда не скрывал, что лоббирует интересы нефтяного бизнеса. В каждом его выступлении звучали отсылки к неким людям, которые стоят за его спиной. Я намерен сохранить исполнительную власть не только за собой, но и за моими предшественниками. Деятельность Билдербергского клуба долгое время была тайной за семью печатями. Заседания проходят раз в год в разных странах мира под усиленной охраной военных принимающей страны. Однако в августе 2012 года французский журналист Йери Мейсан опубликовал сенсационную статью, где он подробно рассказал об участниках собраний и темах их совещаний. Я познакомился с одним из бывших участников Билдербергского клуба. В целях его безопасности не буду упоминать его имя. Он рассказал мне о вещах, которые неизвестны простому обывателю. И так началось мое расследование. Мейсан выяснил, ежегодно на заседании Билдербергского клуба приглашают 120 человек, но только 40 из них постоянные члены. Вот лишь некоторые из них. Дэвид Рокфеллер, потомок знаменитой династии. Джон Элкон, глава итальянского автостроительного гиганта Fiat. Мартин Фильдстейн, советник по экономике Барака Обамы. Эти люди определяют политику во всем мире, являются костяком тайного клуба. Остальные 80 человек – влиятельные бизнесмены, политики и медиаперсоны со всего мира. По сути, члены клуба таким образом проводят вербовку новичков. В разные годы, по данным французского журналиста, участниками собраний были и российские политики. Так, например, известно, что их посетили Анатолий Чубайс и Григорий Явлинский. Но самое интересное, пожалуй, не это. Журналист Мейсан утверждает, спонсоры Республиканской демократической партии США за одним столом решают, кто будет новым президентом Америки. Или какая судьба ждет Ливию, Иран или Сирию. Госдеп действует в Сирии, так же, как это было в России и в Чечне. Поддерживает кучку террористов, наплевав на остальной народ. 50 тысяч ваххабитов против 4 миллионов населения всей страны. Глобальный нефтяной заговор развивается по тому же сценарию, по которому во времена холодной войны США и СССР наращивали вооружение. Нефть на земном шаре заканчивается, но усилия глав государств сводятся к тому, чтобы наращивать темпы нефтедобычи с каждым годом все больше и больше, тем самым приближая конец. В августе 2012-го в ряде газет и интернет-ресурсов были опубликованы переговоры арабских нефтяных магнатов с представителями ЦРУ. Бизнесмены обсуждали свои планы на Россию, Сирию и Иран. Этот эпизод в прессе окрестили «заговором нефтяных королей». Пользуясь материалами, полученными из открытого источника, мы попытались представить, как именно могли развиваться события. Открытие в Санкт-Петербурге новой товарно-сырьевой биржи, торгующей нефтью за рубли, стало настоящей сенсацией мировой экономики. Пока аналитики спорят о том, удастся ли русским... продавать свое сырье за свою валюту, рубль поднялся по отношению к доллару... Да. Здравствуй, Джон. Ты слышал новости? Непонятно, на что надеются эти русские. Да у них нет ни единого шанса. С помощью нашего плана через 2 года мы обесценим российский рубль. Низкие цены на нефть – это для России смертельный удар. Главное, ты не снижай производство нефти.
Обижаешь. Мы вышли на первое место в мире по добыче нефти. Почти 10 миллионов баррелей нефтедобычи в сутки. У русских просто нет таких мощностей, чтобы сейчас обогнать Саудовскую Аравию. Отлично. А главное, не надо тратиться на новую войну на Ближнем Востоке. Мы просто обесценим российскую валюту. Да, кстати, а когда мы реально сможем обрушить цены? К концу 2012 года опустим цену до $60 за баррель. Это будет означать полный крах российской экономики. Дефицит бюджета у русских вырастет в 4 раза. Доллар в России будет стоить 39 рублей. Отлично. Тогда уж русские точно поймут, что не стоит качать права по сирийскому вопросу. Да, а без поддержки России мы легко задавим и Сирию, и Иран. Смотрите во второй серии. Нефть – это одно из самых таинственных веществ. Уже нефть – это форма жизни. Почему немцы отказываются от энергосберегающих технологий? Германия потихонечку будет сворачивать дальнейшее строительство. Почему на Земле растет количество землетрясений и извержений вулканов? И при чем здесь нефтедобывающие корпорации? Малейшее изменение масс может привести к активизации землетрясений. Трагедия в Мексиканском заливе. Одна капля нефти делает непригодным для питья 25 литров воды. Это глобальная катастрофа, и высшие силы очень здорово следят. Мы ходим по лезвию на грани конца света. Это сделано нарочно. Это заговор против человечества. Подробности прямо сейчас. Через 20 метров прямо по коридору двое охранников. Легко вооружены. Без бронежилетов. Пошел. Первый. Второй готов. Прямо по коридору, через 10 метров дверь. Выбивай ее. Твоя цель – сейф. Взрывчатку использовать нельзя. Придется взламывать. Все, что ты найдешь внутри сейфа, может быть важно. Любая мелочь. Приоритетная цель. Папка с документами. Здесь ничего нет. Проверь еще раз. Просто финансовые документы. Ни чертежей, ни формул. Это была информация из проверенного источника. Там должно что-то быть. Не говори мне, что там ничего нет. Ну-ка, погодите-ка. Кажется, у меня что-то есть. Что происходит? 18-й. Мне нужен ответ. Прямо сейчас. Джон, что со связью? Все в порядке, сэр. 18-й. Что происходит? Я возвращаюсь. Известное предсказание Ванги. Человечество ждут Первая мировая арктическая, а потом Вторая мировая антарктическая войны. Почему болгарская провидица уверенно упоминала Арктику и Антарктику? Только на нашем арктическом шельфе разведано от 5 до 8%. Может быть нефть, может быть газ, может быть золото, может алмазы. Другой вопрос, как брать будем? Здесь находятся последние закрома планеты. В Антарктике месторождения нефти превышают по своим запасам все остальное, что есть на земном шаре. И если нефть на планете действительно заканчивается, тот, кто завладеет богатствами арктического шельфа, будет владеть миром. Все там работают, включая наш «Газпром», французский «Тоталь», «Эксон Мобил». Все компании там работают.
но пока взять нефть не могут. В конце августа в Арктике на принадлежащей России буровой платформе «Приразломная» высадились активисты Международной экологической организации «Гринпис». Они укрепили палатки на стенах платформы, развернули плакаты «Спасите Арктику» и потребовали остановить бурение. Ежегодно 1% от всей добываемой нефти России выливается в окружающую среду в виде разливов. Это 5 миллионов до 5 миллионов тонн нефти ежегодно. И об этом никто ничего не говорит. Странно, что активисты Greenpeace не обращают особого внимания на американскую нефтедобывающую компанию, которая тоже начинает бурение арктического шельфа у берегов Аляски. Greenpeace – это оружие мирового капитализма, в том числе как раз именно нефтяных королей. Недаром они лезут везде, где начинается нефтедобыча, которая никак не связана с господином Рокфеллером. Greenpeace – это такая дрессированная моська у Рокфеллера и питается за счет его фонда. Автор идеи освоения арктического шельфа академик Андрей Кокошин когда-то собственноручно добился подписания президентского указа о начале арктических работ на платформе «Приразломная». Еще в начале 90-х годов, когда я был первым заместителем министра обороны, имелись планы в использовании арктического шельфа, где еще раньше в советское время были обнаружены большие запасы нефти и газа. Мне напрямую пришлось пойти к Ельцину и подписать соответствующий указ о том, чтобы такая платформа строилась. Интересно, что именно здесь, по легенде, находилась загадочная Гиперборея, о которой слагали былины все народы древнего мира. Именно ее нанес на карту в 1595 году легендарный картограф Герард Меркатор. Все говорят, что у нас идет борьба за арктический шельф, потому что хребет Ломоносова, хребет Менделеева, ну это знаменитые сейчас хребта подводных, и это якобы для того, чтобы там поставить платформу разломная, приразломная и начать бурить нефть. С конспирологической точки зрения, хребет Ломоносова и хребет Менделеева являются остатками старой Гипербореи. Если верить древним источникам, Гипербореи обладали высочайшим уровнем развития цивилизации, имели летательные аппараты, составляли точнейшие карты мира, общались с богами. Откуда они взялись? Почему о них так мало известно? И что стало причиной катастрофы, погубившей великую цивилизацию предков славян? Знаменитый историк древнего мира Плиний Старший так описывает Гиперборею. «Счастливый народ! Солнце светит там в течение полугода. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Там неизвестны раздоры и всякие болезни». Древнегреческие легенды гласят, что жизнь здесь была настолько счастливой, что даже смерть наступала лишь от усталости и пресыщенности жизнью. Считалось, что испытав все виды наслаждений, гиперборейцы бросались в море. Смотрите, я вижу землю! Земля, господа! Земля! Знаменитый советский фильм «Земля Санникова» снят как раз о Гипербореи. Герои фильма ищут легендарную теплую страну за полярным кругом, которую полярник Яков Санников наблюдал в 1811 году. По словам первооткрывателя, эта земля богата зеленью. Там текут реки и селятся диковинные звери. Сегодня ученые считают, что на самом деле Санников видел только верхушки гор, оставшиеся на поверхности незатонувшие пики страны, повторившей судьбу легендарной Атлантиды. А с точки зрения такой оккультной, я говорю, конспирологической, считается, что на остатках Гипербореи можно найти знания древних цивилизаций. По легенде, гиперборейцы происходили от титанов, детей старших богов древнегреческого Олимпа. Описано, что особой благосклонностью жители острова пользовались у Аполлона, который являлся в эти земли каждые 19 лет. Версия об инопланетном происхождении гипербореев напрашивается сама собой.
Исследователи убеждены, огромные запасы нефти сосредоточены именно там не случайно. И власти ведущих мировых держав ищут там не только нефть. Здесь важно понимать, что мы не одни такие умные. Существует огромное количество желающих на арктический шельф, в том числе и на наш арктический шельф. Смотрите далее. Правда, о которой боятся говорить нефтяники. Тема такая, за которую рубят голову. Безграничные запасы нефти за 15 миллиардов километров от Земли. Титан достаточно близко, хотя на самом деле очень далеко. Вот, и оттуда будем возить ту же самую нефть. И безотказная схема, по которой работают все монополии мира. Эти нефтедоллары идут в карманы американских банкиров. Смотрите специальный проект на РЕН-ТВ сразу после рекламы. Количество нефтяных компаний растет год от года. Растет и количество землетрясений и извержений вулканов. Посмотрите на эту карту. Черным помечены участки, где идет активная нефтедобыча. Красным – места, где в последнее время произошли землетрясения. Связь видна невооруженным глазом. Неужели природные катастрофы последних лет – последствия разработки нефтяных месторождений? Геологи предупреждают, огромные пустоты, образующиеся в недрах Земли в результате нефтедобычи, приводят к глобальным сейсмическим колебаниям. Идет какая-то активизация сейсмичности, идет усиление сейсмических процессов. Частота и сила катастроф вообще возрастают. Это Йеллоустоунский парк, американская линия огня. Известное на весь мир место, которое постоянно трясет. Землетрясения, извержения здесь происходят с пугающей частотой. Но почему именно здесь расположено крупнейшее нефтехранилище США? И решение о строительстве этого нефтехранилища принял никто иной, как президент Джордж Буш. Это писатель и общественный деятель Николай Левашов. Он умер в июне 2012 года в возрасте 50 лет от остановки сердца. Соратники Левашова убеждены, его смерть лишь замаскирована под случайную. На самом деле Левашова убили. Смерть Николая Левашова наступила в результате комплексного влияния биологического, генетического, инфразвукового, радиационного оружия. В ноябре 2010-го во Франции скончалась жена Левашова Светлана и тоже от разрыва сердца. Николай был уверен, супругу заказали. Спецслужбы владеют арсеналом ядов, которые быстро выводятся из организма, и на вскрытии их не обнаружит ни один судмедэксперт. Оружие, которое применили на Светлане, которое на мне применяли потом, оно убивает в течение тысячной доли секунды. То есть идет низкозвуковой сигнал, который просто в резонансе с клетками, и клетки разрушаются. И мозг, например, как мне начали разрушать мозг или сигналами, или в сердце. Чем и кому не угодили Левашовы? Николай Левашов одним из первых подверг сомнению популярную научную теорию об органическом происхождении нефти. Он доказывал, нефть – это совершенно не то, что мы о ней думаем. Это угроза всему живому на Земле, так называемая темная материя. Вот существует, так сказать, темная материя, да? Dark matter, так называемый. То есть, которую никто не может ни пощупать, ни потрогать. Но и она составляет 90% всей материи Вселенной. Современная наука, какое понимание имеет о 10% то, что они могут видеть? Левашов утверждал, существует множество технологий, которые позволят получать энергию не с помощью нефти, а непосредственно из пространства. Физически плотное вещество синтезируется из темной материи, но можно влиять активным образом на синтез нефти на нашей планете. Это уже 100 лет назад обнаружил Никола Тесла, но за это он уплатился своей жизнью. Ученик и бывший коллега Левашова Дмитрий Чердынцев уверен, Николай Викторович и сам поплатился жизнью за то же самое. Публицист подписал себе смертный приговор, развенчав общепринятые мифы о нефти. В настоящий момент мировым правительством навязывается нашей цивилизации углеводородные технологии, которые позволяют манипулировать государствами.
Генри Киссинджер сказал, если мы контролируем еду, мы контролируем население. Если мы контролируем нефть, мы контролируем государство. Накануне своей смерти Левашов рассказал прессе о планах на новую книгу. Писатель сообщил, что посвятит ее трагедии в Мексиканском заливе, но так и не успел ее написать. Коллега Левашова Дмитрий Чердынцев знал, о чем будет эта книга. Авария в Мексиканском заливе – это преднамеренно созданная акция, целью которой было нанести непоправимый урон экологии Европы и России. О чем еще Левашов хотел, но не успел предупредить мир? Некоторые эксперты утверждают, разговоры о том, что нефть кончается – это обман. Нас намеренно вводят в заблуждение. Наоборот, нефти становится все больше. Это ведущий научный сотрудник Института проблем нефти и газа Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Азарий Баренбаум. 5 раз он пытался защитить докторскую диссертацию на тему возобновляемости нефти, но ему не дали этого сделать. На протяжении 30 лет ученый находит все новые и новые аргументы, подтверждающие теорию Вернадского о космическом происхождении нефти. Приходит из космоса вещество, которое содержит в своем составе, ну, прежде всего, это вода и углеводород. Приходит в кометной форме. И дальше это вещество включается в происходящий на Земле геохимический круговорот. Ученый утверждает, что нефть – это опасная тема и может стоить жизни. Все исследования в этой области засекречиваются на самом высоком уровне. Тема такая, за которую рубят головы. Все те, кто говорят, что нефть кончится, за это нещадно рубятся головы. Азарий Баренбаум – автор теории круговорота нефти в природе. Он утверждает, крупные залежи нефти могут возникать не за миллионы лет, как ранее считалось, а лишь за десятилетия. Концепция Баренбаума предполагает, что нефть и газообразование – это процесс не геологический, а климатический. При круговороте углерода через земную поверхность нефть и газ – это, по сути дела, месторождение нефти и газа – это ловушки для циркулирующего через поверхность Земли углерода. Иными словами, продукты сгорания нефти выпадают на Землю в виде осадков. И спустя 30-40 лет нефть восстанавливается там, где ее перерабатывали. Например, если выкачать из российской скважины в Сибири 100 баррелей нефти, перевести в США и там переработать, то через 40 лет эти 100 баррелей восстановятся именно в США, а не в России, где их изначально добывали. Здесь разной длиной стрел показаны современные эмпирические данные по количеству углерода. Интересно, что американцы собственную нефть практически не добывают, а скупают ее по всему миру. Связано ли это как-то с поверьем, что чем больше нефти под государством, тем оно сильнее? Это обычный маленький город на Западной Украине. Вот эти черные лужи – это не грязь, а нефть. Здесь она подходит так близко к поверхности Земли, что ее можно собирать ведрами. Фонтан ударил, и здесь ударил в ночи. Фонтан здесь ударил в ночи. И оно так ударило этим фонтаном, видите, дача стоит. И как будто кто взял кисточку и красил. И там за орехом полностью земля залита нефтью. Все погибло. Все в нефти. Уже более 50 лет назад украинское село превратилось в центр нефтедобычи и получило название «Галицкая Калифорния». Здесь добывали 2 миллиона тонн нефти в год, целых 5% от мировой нефтедобычи. Мы занимали третье место после США и России. Нефтяные вышки на каждом огороде стали для сельчан обыденностью. Сейчас скважин в городе чуть меньше, чем жилых домов, около 3000. Здесь все в прямом смысле пропитано нефтью. Такие вышки есть и в центральном местном парке. Иностранные туристы туда ходят. Черное золото сегодня приносит жителям только беды и убытки. Урожай отвратительный. На маслянистой земле ничего не растет. Вон, видишь, все листья черные. Все черное, какой был высоты напор. Чеснок, лук, капусту. Вот весь участок залитый нефтью. Зараз проступаете.
В начале 20 века у жителей села брали скважины в аренду нефтеперерабатывающие компании и платили им 20% прибыли. Но со временем порядки поменялись. Если будет принадлежать этот фонтан, ну, он может попытаться что-то с ним сделать, но его, у него либо его перекупят, либо пристрелят. Со временем Бориславская нефть испортилась. Слишком много в ней стало воды и песка, и сельчане вздохнули с облегчением. Ракетиров и бандитов как ветром сдуло. От нефти, правда, тоже пользы никакой. Одни хлопоты. Те пласты, которые там есть на том же огороде, они никуда. Они с точки зрения экономической выгоды не представляют. Сейчас бориславцы роют дренажные колодцы для черного золота, чтобы огород не затопило. И опасаются, как бы город на воздух не взлетел. Раньше в подвалах домов жители хранили консервы, но после взрыва дома на улице Владимира Великого здесь сделали полную вентиляцию. На окнах даже стекла нету, только защитная сетка. Это битумное озеро Пич-Лейк на западе острова Тринидад. Одно из самых известных и коммерчески прибыльных источников природного асфальта в мире. Такие озера образуются из тяжелых фракций нефти в зонах ее естественного выхода на поверхность. Сегодня Пич-Лейк – самое большое в мире коммерческое месторождение природного асфальта. Только в 1999 году прибыль от экспорта составила 30 миллионов долларов. Английский королевский двор, например, давно не скупится на приобретение природного асфальта из Пич-Лейк. Все дороги к Букингемскому дворцу вымощены им. По признанию английской королевы, асфальт из Пич-Лейк самый надежный. Это страна, которая, пожалуй, очень серьезно относится вообще к использованию разных природных ресурсов. Причем как-то англичане просчитывают все варианты использования. Запасы природного асфальта в Пич-Лейк от 6 до 10 миллионов тонн. Если современный уровень добычи сохранится, их хватит еще на 400 лет. Эксперты утверждают, несмотря на активную добычу, нефти меньше не становится. Нас обманули. Самым богатым людям мира выгодно скрывать правду о нефти. Оборот компании российского бизнесмена Дмитрия Потапенко – 180 миллионов долларов. Дмитрий никогда не стремился в нефтяной бизнес, не питал иллюзий. Вкусных пряников не хватает на всех, как пелся у Акуджавы песенка. Никакими качествами для обладать не надо, чтобы добиться какого-то успеха в нефтегазовом бизнесе. Надо просто иметь правильную фамилию и родственников. Сегодня круг нефтяных компаний в России ограничен 6. В Америке с легкой руки Рокфеллера их 7. Это такая нефтегазовая игла, нефтегазовое проклятие, на котором мы сидим, сидели и будем сидеть. И умрем на ней. Смотрите далее. Чего боятся нефтяные магнаты? Все нефтяные магнаты немедленно разорятся. Почему нефть на Востоке называют слезами дьявола? Нефть, она не только приносит благосостояние, но иногда и массу неприятностей. Эксклюзивное интервью арабского султана, добровольно отказавшегося от нефтяного могущества. Мы понимаем, что население растет, потребление растет и климат меняется. Сразу после рекламы специальный проект на РЕН-ТВ «Битва за нефть». Официальная наука говорит о том, что нефть имеет органическое происхождение. Останки живых существ под пластами земли становятся нефтью. Нефть – это одно из самых таинственных веществ. Может, даже это еще и не вещество. Может, нефть – это форма жизни. И есть точки зрения, которые говорят, что нефть рождается не геологическим, а биологическим путем. Это огромная черная корова, из сосов которой вытекает вот это вот черное млеко, питающее современную, вчерашнюю и завтрашнюю цивилизацию. Интересно, что нефть обожествляли ранние мормоны, получившие печальную известность во всем мире благодаря своим бракам с мертвецами. Так они пополняли ряды своей религиозной организации.
Мормоны по всему миру изучают метрические книги, ЗАГСы, музейные документы, ищут новые архивные имена и оформляют браки с покойниками, забирая, как они считают, душу покойного в свою церковь. Миллионы мертвецов заочно становятся мормонами, причем их родственники ни малейшего понятия об этом не имеют. По уставу церкви каждый мормон должен иметь множество мертвых жен и сочетаться с ними официальным браком в мормонском храме. Откуда эта странная тяга к мертвым? Они берут себе в жены мертвых женщин и таким образом собирают себе посмертный гарем. Потому что мормоны считают, что высшая степень спасения – это когда человек станет богом, получит в свое распоряжение планету и будет заселять ее своими отпрысками, которые он будет получать от соединения со своим гаремом. Это священная книга мормона. По преданию, в 1827 году к видному религиозному деятелю Америки Джозефу Смиту явился ангел и рассказал, где спрятаны священные золотые листы. Пророк Нефий – самый почитаемый и самый популярный персонаж книги Мормона. Нефий – странное и нехарактерное ни для греческих, ни для египетских источников имя. Его происхождение остается туманным. В еврейских текстах такое имя тоже отсутствует. Кто же это такой? Единственный источник, где упоминается слово «нефий», это Библия короля Иакова, изданная в 17 веке по заказу английского монарха. Прозвали это место «нефий», что значит «очищение». Многими же называется оно «нефтай». Лингвисты предполагают, что это неверный перевод слова «нафта», которое означает «сырую нефть». А Библия короля Иакова описывает эпизод, где иудеи нашли место, богатое нефтью. Использовать нефть в те времена люди еще не умели, но к этому месту отнеслись по-особенному. Это место связано с той водой, которую плеснули на камни для очищения, и вода эта вспыхнула. То есть можно предположить, что речь идет о месторождении нефти. Неужели пророк Нефий – это фигуральное обозначение нефти? Почему мормоны считают нефть живым существом, обожествляют ее и даже ввели в свое священное писание как главного героя? А главное – это власть и деньги. То есть верховное руководство мормонов, как и любая секта, верит в власть и деньги. Собственно, поэтому секты и существуют ради власти и денег. Другого смысла в существовании секты нет. Интересно, что отец-основатель движения мормонов Джозеф Смит сделал карьеру по образцу Джона Рокфеллера. Выходец из простой семьи фермеров, в 25 лет он уже был мультимиллионером и президентом мормонской церкви. А спустя еще 14 лет баллотировался в президенты США. При этом Джозеф Смит был женат на 30 женщинах кряду. Неизвестно также, сколько он оформил заочных браков с покойницами в соответствии с мормонским учением. Слишком стремительный успех, многоженство и браки с мертвецами стяжали Смиту дурную славу. В 39-летнем возрасте его застрелили возмущенные горожане. Джон Рокфеллер хорошо знал историю стремительного взлета и падения миллионера Джозефа Смита и пошел другим путем. Битва за нефть. Ну вот и встретились, отец. Сын! Я помню, как ты первый раз взял меня с собой на лесопилку. О, это чистый воздух. Это было так по-настоящему. Это было моим делом. Я хотел передать его тебе. Да? И кем бы я стал? Хозяином лесопилки? Ты еще все можешь переменить. Ты ничего не понял, отец. То, что у меня есть, нельзя бросить. Это власть. Власть над миром. И знаешь, что мне дает ее? Не твоя вонючая древесина. Ее дает мне нефть. Я умираю, и ты... Никто не может мне помочь. Ты говоришь, тебе недолго осталось. А что, если у меня есть средства, но тебе придется принять новую веру? О боже, что ты делаешь?
Америке слишком много было. От дремучего лесоруба. Нефть не приняла его. Сжечь здесь все! Интересно, что Джон Рокфеллер велел ни в коем случае не хоронить его тело в земле. В его завещании черным по белому обозначен приказ захоронить его на поверхности, в фамильном склепе. Как будто он не хотел становиться частью субстанции, которая ему служила. Или которой служил он сам. Еще один текст из книги Мормона. Возможно, это просто совпадение, но вот любопытный график. В порядке убывания расположены страны, имеющие самые большие в мире запасы нефти в миллиардах тонн. Смотрите, в США нефти меньше всего, но именно американцы импортируют к себе треть мировых запасов нефти. С точки зрения мормонов, они забирают треть имеющихся на земном шаре душ, чтобы поддерживать мировое господство. Об этой теории знают не понаслышке в странах Персидского залива, где находятся две трети мировых запасов нефти. Именно арабские шейхи издревле называли нефть «слезами дьявола». Они знали о ее темной силе и, заработав на нефти гигантские состояния, продолжают так считать. В 17 километрах от столицы Объединенных Арабских Эмиратов идет большое строительство. За высокими стенами, которые закрывают город от горячего пустынного ветра, видны оригинальные конструкции офисных зданий и жилые дома. Это Маздар-Сити, первый в мире город, свободный от нефти. Без автомобилей, мусорных отходов и выхлопных газов. Парадоксально, что обладающий нефтяными запасами в 100 миллиардов баррелей Эмират Абу-Даби хочет освободиться от нефтяной зависимости. Объединенные Арабские Эмираты – пятые в мире по величине запасов нефти и седьмые по запасам газа. Мы понимаем, что население растет, потребление растет и климат меняется, и как ключевые игроки на мировом рынке, мы должны отдавать отчет во всем, что мы делаем. Этот проект курирует султан Ахмед Аль-Джабер, управляющий директор Маздар, имеющий многомиллионное состояние и всего одну жену. Мы хотим, чтобы Маздар стал столицей новых технологий, где используют только возобновляемые источники энергии, которые позволят Объединенным Арабским Эмиратам больше не зависеть от нефти. Маздар, что в переводе с арабского означает «источник жизни». Гостям города придется парковать свои дорогие автомобили с мощными двигателями за пределами городских стен. А в самом городе передвигаться на управляемых компьютером такси. Вот они, яйцеобразные велорикши на электричестве. Население города составит от 45 до 50 тысяч человек. И еще около 60 тысяч человек будут ежедневно приезжать для работы. Общий бюджет проекта «Маздар» определен в 22 миллиарда долларов США. Из них 15 миллиардов финансируется властями Эмирата Абу-Даби. Почему же сколотившие огромные состояния на черном золоте шейхи теперь тратят миллиарды долларов на разработку технологий возобновляемых источников энергии и стремятся покончить с господством нефти? Людям нужно задуматься о том, что они оставят после себя. Оставить пустую, скажем, развороченную землю, на которой невозможно будет жить будущим поколениям. Оставят пустые недра, из которых ничего нельзя будет получить. И я думаю, что пора остановиться. Интересно, что сейчас от нефти отказываются в основном те, у кого ее больше других. Самая большая поставка нефти европейская – это норвежская. Вот. Но они больше всего вкладываются в альтернативные источники энергии, то есть солнечную энергию. Кстати, Каддафи очень сильно вкладывался в солнечную энергию. У него в пустыне Сахара целые поля были солнечных батарей. Притом при всем, да, что он был один из главных поставщиков нефти. На самом деле, практически все, что связано с альтернативными источниками электроэнергии, и все, что связано с энергоэффективностью и энергосбережением, в мире финансируют нефтяные компании. Это факт. В последнее время влиятельные и богатые люди все чаще говорят о необходимости отказаться от использования нефти.
Наследница многомиллиардного состояния и заправская прожигательница жизни Пэрис Хилтон в последнее время тоже пересела на электромобиль, использует только энергосберегающие лампочки и старается экономить воду. Звезда Голливуда Орландо Блум построил энергосберегающий дом на окраине Лондона. Леонардо Ди Каприо ездит только на электромобилях и требует, чтобы так поступали все его близкие. Эти голливудские звезды показывают, что они социально активны и что им близки беды общества. Дело-то в том, что электромобиль тратит не меньше невозобновляемых ресурсов, чем бензиновый двигатель. Что это? Просто модное поветрие? Или знание чего-то, что скрыто от большинства? Интересно, что духовные лидеры и распространители двух популярных в Голливуде мистических учений – каббалы и саентологии – недавно призвали своих последователей отказаться от использования нефти и нефтесодержащих продуктов. Что, если нефть действительно угрожает благополучию Земли? Смотрите далее. Почему США в любой момент могут взлететь на воздух? Ничего от всех северо-западных штатов не останется. Чем опасен спутник Сатурна «Титан»? И уходить на «Титан». Высаживаться, искать эту жизнь. И когда нефть перейдет в наступление? Мы подключены к аппарату искусственного питания под названием «Нефть». Смотрите сразу после рекламы. Специальный проект на РЕН-ТВ «Битва за нефть». Ученые признают, нефть – одна из ключевых тайн мира. Загадочное вещество, неизвестно каким образом образовавшееся на Земле. Одна из гипотез о его происхождении говорит о том, что нефть возникла из останков живых организмов, которые каким-то удивительным образом вошли во взаимодействие с неорганическими веществами. Другая гипотеза предполагает, что нефть в каком-то смысле сама организм. Нефть – это огромное, таинственное, живое, думающее, чувствующее вещество, лежащее под верхним слоем Земли. И нефть именно потому, она вскармливает цивилизацию, потому что она живая. Многие исследователи утверждают, нефть не с Земли. Изначально на нашей планете ее не было. Это чужеродное вещество. В начале 20 века основоположник теории космизма академик Вернадский первым сделал предположение, что нефть инопланетного происхождения. Вернадский, говоря о биосфере, отмечал, что наша биосфера имеет космическое происхождение. Вот то вещество, из которых состоят живые организмы, скорее всего, имеет космическое происхождение. У многих восточных народов есть красивые легенды о том, что нефть упала на землю с неба. Кстати, именно в тех странах мира, где верят в эту легенду, в Саудовской Аравии, Мексике, Египте, Азербайджане и находятся самые большие запасы нефти на Земле. Во многих легендах Мексики, Египта, у народов Азербайджана существует предание о падающем с неба огненном дожде. Падал битум, по описанию это видно. Битум падал в Мексике. Битум. В Египте падало нечто такое, что нельзя было затушить водой. Она от воды еще больше разгоралась только. Ну, нефтеподобное. Нефть всегда обожествлялась этими народами. Эту теорию подтверждают и ученые. Причиной появления нефти на Земле мог стать метеоритный дождь. Подлетает комета, которая состоит, хвост кометы из углеводородов состоит. Он не горит, потому что нет кислорода. Но как только углеводородный хвост кометы соприкасается с атмосферным кислородом, он возгорается и идет страшный огненный нефтяной дождь. Но что это был за астероид? Это Титан, спутник Сатурна. Расстояние до него от нашей планеты 15 миллиардов километров. Титан размером с планету Меркурий. Давление на его поверхности равняется 1,5 земным атмосферам. Но самое интересное, Титан буквально покрыт углеродом, метаном и другими нефтеобразующими веществами. Это выяснилось после запуска к Титану космического аппарата «Кассини» и успешного его приземления на поверхность планеты в 2005 году. Найдены жидкие углеводороды на Титане. Но это не нефть, далеко от нефти, потому что консистенция совершенно другая. Но она и тоже может играть ту же роль для того же Титана.
В 2010 году группа американских астрономов выступила с сенсационным заявлением. Полужидкая нефтеобразная субстанция, которой покрыт Титан, может являть собой форму жизни, отличную от земной. Это сообщение сделал руководитель группы астроном Джеймс Харрис и пообещал представить доказательства. Но в конце 2010 года астроном Харрис погиб при невыясненных обстоятельствах, а пресс-служба космического агентства НАСА выступила с официальным заявлением, что заявление Харриса не более чем цитата, лишенная оснований фантазия. Битва за нефть. Ты с ума сошел? На Титане не может быть жизни. То, как ты пытаешься доказать ее наличие, это вообще полный бред. А как надо доказывать? Искать голое зеленое на двух ногах? Гуманоиды, ау? Ты бы так делал? Ты не передергивай. То, что ты принимаешь за форму жизни, это может быть просто неизвестные нам свойства метана. Ну как там мои отчеты? Как там моя нефть? Он нас рассудит. Сэр, я пытаюсь объяснить, что это жизнь. Я изучил все данные, полученные с Титана за 3 года. Я воссоздал примерно эту формулу, структуру с точностью до 0,001 нанометра. И что? Это вещество я назвал умная нефть. Оно ничем не отличается от обычной земной нефти, кроме одного. Сэр, я пытался ему все объяснить, но это бесполезно. Сэр? От имени Соединенных Штатов Америки я хочу вынести вам благодарность за выдающийся вклад в науку. Мы, безусловно, наградим вас длительным отдыхом. Смотрите-ка, надо же. Уберешь тут все. Отчеты сжечь, остатки вещества уничтожить. И завтра в 8 ко мне на доклад, если жить хочешь. Смотрите далее. Есть ли жизнь на планете Титан? Титан достаточно близко. Оттуда будем возить ту же самую нефть. Сразу после рекламы. Заключительная часть специального проекта РЕН-ТВ «Битва за нефть». Знаменитый американский ясновидящий Эдгар Кейси признавался. Первый и последний случай, когда он грубо ошибся в предсказании, и его ошибка повлекла за собой грозные последствия, был связан с нефтью. В 1919 году на волне всеобщей нефтяной лихорадки Кейси решил тоже заняться добычей черного золота. Погрузившись в медитативный сон, особое состояние, в котором он делал свои предсказания, Кейси определил участок земли, богатый нефтью. Предсказатель вместе с 2 компаньонами арендовал участок и буровую установку. Начали бурение. Бур проходил слой за слоем, но нефть, несмотря на все уверения Кейси, не появлялась. Компаньоны подняли его на смех и оставили одного наедине с участком и долгами. Из дневника Эдгара Кейси. Нефть – это огромный черный экран, как бы состоящий из некротической энергии. Я не понимаю, почему, но это именно так. Вся самая темная энергия, все самое страшное, что происходит на земной поверхности, как бы скапливается в нефти. Я дал себе слово никогда больше не прикасаться к нефти. Эдгар рассказывает о своих видениях сейсмологам и журналистам. Умоляет эвакуировать с Аляски людей, но все только смеются. Ученые уверены, на Аляске просто не может быть никаких сейсмических катаклизмов. Спустя 35 лет, в марте 1957-го, Аляска содрогнется от мощнейшего землетрясения магнитудой больше 9 баллов. 15-метровое цунами дойдет до Гавайских островов, сметая все на своем пути. Спустя 7 лет трагедия повторится еще раз. Погибнут несколько тысяч человек. Это прозвучит совершенно невероятно, но сегодня многие ученые становятся сторонниками именно этой точки зрения. Эдгар Кейси, Баба Ванга, мормоны и арабские шейхи в начале 20 века, возможно, не так уж и заблуждались.
Нефть – это чужеродный организм для Земли. Наша планета – лишь временное и, возможно, случайное пристанище для нефти. Ее родина – где-то в глубинах космоса. Нам как бы дают возможность воспользоваться другим источником энергии. Вот действительно, здесь иссякнет, а лет через 50 начнем летать по Солнечной системе. Титан достаточно близко, хотя на самом деле очень далеко. Вот, и оттуда будем возить ту же самую нефть. В марте 2011 года американская газета Sun опубликовала сенсационное интервью с бывшим сотрудником Пентагона. Свое настоящее имя и прежнюю должность он просил не разглашать, предложив журналисту называть его просто Майкл. Майкл утверждал: астроном Джеймс Харрис, сделавший полугодом ранее заявление о том, что на спутнике Сатурна Титане есть жизнь, был прав. Из интервью источника в Пентагоне журналисту газеты Sun: «Я собственными глазами видел детальный план отражения инопланетной агрессии, составленный на основе рапорта Харриса. Больше всего меня поразило, что в правом углу этого плана шариковой ручкой кто-то написал: вероятность выживания для текущего биологического вида равна нулю. Я так понял, что это они людей имели в виду. Был ли человек, представившийся сотрудником Пентагона, сумасшедшим или провокатором, достоверно неизвестно. Но это интервью стало последним материалом в американской прессе, где обсуждался вопрос наличия на Титане жизни. Как будто интерес к этой теме внезапно и повсеместно иссяк. Битва за нефть. Прошу прощения, что без доклада, сэр. Вы позволите? Я ждал вас, войдите. Вы уверены в содержимом этой папки? Абсолютно, сэр. Вы понимаете, что это значит? Я очень хорошо понимаю, что это значит, сэр. Возможно, гораздо лучше, чем вы. Объяснитесь. Охотно. Первое. Вторжение не остановить. Второе. Земле все равно скоро конец. Третье. Только от вас, сэр, зависит, кем вы будете в новом мире. Оккупированным населением или победителем. Я вас правильно понял, полковник, что вы, младший по званию, предлагаете мне нарушить присягу, совершить предательство и перейти на сторону вероятного противника? Именно так. Да я вас под трибунал отдам. Пожалуйста. Хорошо. Я согласен. Майк! Генерал готов к биологической адаптации. Все равно эта сила должна была убить Америку. Теперь она убьет всю Землю. Капайте, черт с вами. В американском штате Техас находится бомба замедленного действия. Крупнейшее нефтехранилище недалеко от Йеллоустоунского парка. Супервулкана, который, по прогнозам ученых, скоро проснется. Сейчас там рисует очень сильную, как бы, вулканическую активность. Область повышенной проницаемости магмы. Земная кора тут подвержена высоким тепловым потокам. Здесь магма подходит близко к поверхности и может прорваться. Конечно, одно такое событие, и ничего от северо-западных штатов не останется. А если на миг вспомнить, что многие нефтяные месторождения соседствуют с районами сейсмической активности. Не о таком ли конце света пытались нас предупредить древние майя, пережившие закат собственной великой истории? Исследователи древних народов уверены, нефтяная цивилизация обречена на самоуничтожение. Так же, как и Гиперборея, Атлантида и цивилизация Майя. Как любая цивилизация, идущая по пути обогащения и не видящая других путей. Мы часто используем слово апокалипсис. Тот образ жизни, в котором мы сейчас живем, не является нормой. Если мы не будем думать о том, как нам жить дальше, то, конечно, современный мир – это движение к пропасти.